А накануне вечером на площади перед Центром молодежных инициатив прошла международная акция «Огненные картины войны». Волонтеры Победы и специалисты ЦМИ из 4000 свечей выложили образ скорбящей матери. Это было сложно сориентироваться, представить. Но у нас есть балкон, на который я поднималась периодически, смотрела. Первый раз не получилось. Мы перестирали, меняли, двигали. Устраивали часа три, вот так, 3-4. Это вообще ничто по сравнению с тем, что люди 4 года они были на войне, умирали, были ранены, теряли близких. У меня аж мурашки по телу. Потому вот это сложно, это тяжело. Тяжело было нашим предкам в то время. И прохожие присоединяются. Просто люди подходят и говорят, мы тоже хотим помочь. Можно? Конечно. Акция прошла во всех городах воинской славы, трудовой доблести, городах-героях России. В крупных муниципалитетах сразу в нескольких точках. Всего по стране сложили более 1100 огненных картин войны. Зажгли свечи в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в 30 иностранных государствах.